Всем привет, ребятушки, с вами Юранка, и мы продолжаем прохождение Dying Light. Значит, что у нас с вами дальше? Так, у нас с вами вновь... Нам надо было двигаться, значит, встретиться жить в красном здании взрывного канала. Так, мы с тобой забираем кофе, муку, кохлому и тому подобное. Ладно. Так, открываем дверь. Ага, у нас с тобой так. 2.41, у нас с тобой показ 22 градуса по Цельсию. Но, ребят, как бы вы не расхолаживали помещение, бы хоть закрыли бы окно. Так, спутниковое ТВ, разумеется, мы отключили. Опять за неуплату, впрочем-то, ничего... Ничего необычного. Ладно. Так, у нас с тобой какое-то кофе можно было взять, но нам с вами, ребятушки, не до этого. Нам с вами надо двигаться на крышу. Как Assassin's Creed, мы с тобой карабкаемся вверх. Или как Spider-Man, но правда у него тут были иные методы, насколько мы помним, знаем по игре, когда в нее играли. Так, ладно. Почему у нас с вами вниз? Давайте поперли. Так, у нас с вами сюда, правильно понимаю? Ага. И сюда, по всей видимости, в окно. Ну ладно. Так, алло, здрасте. Подруга, ты там? О! Джедайка, ты куда потерялась? Какой-то мужик мертвый. О! Что будет, скорпион, если вырвать у нее жало? Приходи в музей и узнаешь. Ага. Нас с тобой, короче, кто-то помидорами решил написать надпись. Раиса захватила джедайку. Какой-то музей. Конечно, знаем, это из первой паразиты. Музей у нас твой был. Там, где Ор стоял в голосину просто. Чему уж мы удивляемся. Говорит, не ходи, говорит, туда, настоящая крепость, окажешься в ловушке. Ну, а какой у нас с вами вариант, ребятушки? Так, слишком, может, не прочитано, прогни каким-то незаметно, говорит. Давай подумать, говорит, может, Тарик? Какой-то Тарик, Алик. Тарик. Тарик, Тарик. Что такое Тарик? Странно, у него имя Тарик. Так, ты найдешь Тарика, давай, там есть здание с садом на крыше. Погнали, в сад погнали, на крыше. Слушай, если будет возможность, найди себе новое оружие, оно будет не лишним. Ладно, ну, у нас с вами и так автомат есть, что нам с вами надо сделать. А, нам еще 5000 опыта на халяву досталось. Ладно, за это тоже спасибо, ребят. Поперли туда, как дойдем туда и продолжим. Правильно же? Итак, ребятушки, мы с вами, короче, пришли в безопасную зону куда-то. Значит, у нас с собой дом. Ну-ка, сейчас мы с тобой откроем дверь. Двор, дом. О, здорово, малой. Надо, говорит, только, говорит, мало еды. Малость еды, говорит. Чё, нам ничего... Мне ничего не надо, братан, я просто пришел с миром. Расслабься. Да, Трой меня прислал, бабище. А где ты его нашел-то? Тут, короче, малого с собой не забрал. Ну вот, собственно, меня ты и прислали, братан. Мюзим. Музеем. Ну, братан, это не я. Как в музеем попасть? Давай, музеем. Сходи в музеем, бьете, как только увидит музеем. Трой говорил, чтобы ты был аккуратным, что если кто-то знает, как попасть в музей, так это ты, как что попасть? Что-то у меня какие-то записки у нас с тобой какие-то в кармане лежат. Все, если не уплаченные счета за стоянку. А может, налоги? Какая-то выписка от врача-дерматолога. Вряд ли, не значит, не обязательно, так что попытаюсь. Ладно, давай, братан, все. У нас есть важное задание, так что прости, но, как говорится, мы... Найдите смотрителя музея, где его найти-то? Нас с тобой в первом паразитив, в который был Якубович именуемый. Он уехал на передачу сниматься в Поле чудес. Здесь такого мы с тобой точно не найдем, смотрителя крутого, смотрителя музея. Так, у нас вроде как утро настало, да? Все у нас тут ух ты, батюшки мои. Так, ладно, поперли, ребят, побежали. Как подойдем, так продолжим. Так, в пути, короче, я еще встретил ящик. У нас тут пару МЧСников стояло. Пришлось их за профнепригодность, так сказать, отправить в отпуск. Ага, у нас с тобой еще отмычек-то, оказывается, нету. Ладно, сейчас мы порешаем все это дело. Да погодите, ребята, в конце концов, дайте я ящик вскрою. У нас с тобой просто здесь очень важный, так сказать, инструментарий, благодаря которому мы с тобой сможем... Ага. Давайте, опен. Ну-ка. Открыть, у нас с тобой три патрона нарисовано, каких-то три. Так, набор помощи при чрезвычайных ситуациях. Нормально у нас с тобой там, правильно, подорожник всякий. Доширак, как говорится, если захотел покушать. Здесь, разумеется, без этого никуда. Так, еще у нас с тобой такие какие-то радиоактивные непонятные подводные водоросли из Чернобыля. Все тоже забираем с собой, как говорится, все свое беру с собой. Ладно, нам с вами, ребятушки, нужно проплыть под водой, поэтому мы с вами, как говорится-то, не дрищем и музей все ищем. Так, у нас с тобой... Ага, сейчас мы с тобой будем здесь заплывать. Ну-ка, у нас тебе здесь утонул, походу. Рыболова утонули, так и не доплыли до берега, хотя оставалось совсем немножко. Но, к несчастью, ничего не получилось. Ладно.
Так, хорошо, мы с тобой ныряем туда под воду. Ага, включаем наш фонарик. А может, это и был тот самый у нас с тобой смотритель-то этого музея, который рыболов. Иннокентий Акакич. Так, ладно. Задержали дыхание, аккуратно плывем, ребятушки. Так что у нас с вами важное, серьезное, так сказать, задание. У нас с тобой кто-то наверху отмечает красной полоской, красной стрелкой, непонятной, короче, в направлении Яндекс.Навигатора, пытается смотреть в нашу сторону, но это какие-то враги явно. Это намек не на навигатор и не на путь, указывающий, куда нам с тобой стоит идти. Итак, мы вроде как... Ага. Ладно, все, штаб Раиса. Все, все ясно, все понятно. Музей. Ну что ж, давайте движемся дальше, нажимаем продолжить. Все понятно, короче, у нас с тобой бабища в музее. Нам с тобой надо ее найти. Что-то здесь какие-то развалины, по всей видимости, у нас с тобой выставка каких-то непонятных фигур из кирпичей. Из, может быть, это кто-то надрастал, так сказать, один из игроков кто-то продрастался. У нас с тобой здесь поэтому такая выставка кирпичная получилась. Ну, вроде игра-то не стрёмная, поэтому чего уж тут, как говорится, дорастать. Так, ребята, у нас с тобой дайверы. Здорово, дайверы. Плавайте, не буду вам мешать, все хорошо. Вон у них тут даже окуни, смотри, какие-то завелись рыбы. Окуни, щуки. У нас с тобой. Главное, чтобы пираний не было. Все остальные-то можно. Это любые другие существа, они по сказкам-то, так сказать, по русским народам-то добрые у нас с вами. У нас с вами не тот, так сказать, случай. Так, аккуратненько мы с тобой здесь проплываем. Проходим понизу. Ага. Под водой. Мы почти доплыли, но у нас с тобой заканчивается выносливость. Что интересно, у нас с тобой кислород идет как за выносливость. Что весьма несвойственно, конечно, и странно. У нас с тобой ребята, может быть, поплыли просто за водорослями, хотели подорожника выловить из-под воды. Но, разумеется, ничего у них не получилось. Так, аккуратненько прыгаем вниз. Так, аккуратно ляжку. Небритую фисташку. Давай, так. Все, ага, проплыли, хорошо. Во, окуни, здрасте. Осетр, слушайте, а давайте-ка мы рыбу хоть половим, пока мы с тобой здесь, так сказать, можем и рыбу половить. Почему бы и нет. Половим рыбу. Будем с тобой новыми рыболовами в этом городе. Прикинь, сколько рыбы продадим. Хотя, правда, учитывая контингент нынешних жителей всего города, я думаю, что не особо-то они будут и рады у нас эту рыбу покупать. Скорее всего, они нас нападут с желанием ее силой отобрать. Но, кто знает, может быть, не такие агрессивные ребята попадутся. Кого-нибудь найдем, там же есть нормальные, я, так сказать, адекватные. Ага, мы с тобой что-то еле-еле как-то плывем, что удивительно, у меня заканчивается выносливость. Хотя, вроде как, наверное, разработчики-то предусматривали, что мы с тобой сможем выжить. Так, у нас с тобой травушка-муравушка. Ага, хорош. Вот мы с тобой и выплыли. Так, аккуратненько вверх. Давай, ну-ка. По ребрышкам, так сказать, поднимаемся по нашей с тобой... Ага, ага. Значит, к каменно-кирпичным стеночкам. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, приступ. Приступ, все будет нормально, братан, давай, живи. Одну перчатку куда-то наш потерял, велосипедист. Нормально, все, аккуратненько движемся. У нас тут опять приступ очередной. Ой-ой-ой, что-то все расфигачили. Весь музей. Бабище говорит, меня слышит, говорит, I hear you, говорит. Я тебя, говорит, слышу, бабище. Я тоже слышу, подруга. Аккуратнее. Not my job, говорит. Good luck, говорит бабищин. Ну, удачи, говорит джедайка. Нате с ноги. Нате с ляжки. Хорош, короче, все разносим, все доски. Инженеров-технологов, которые здесь все это понаустанавливали. Аккуратненько, так, устанавливали, так. Забираемся, забираемся наверх по камушкам. Все, оп, здрасте, ой, здрасте, ребята. Вы че, ребята? Ну, а ты че хотел? Че ты ожидал? Здесь у нас с тобой, да, вот. Агрессивные ребята, но мы с тобой патроны у них все отбираем, они ему все равно уже больше не понадобятся никогда. Так, полицейская винтовка. Не, у меня больше дамаг, давай-ка лучше ее заберем. Хотя здесь, блин... А, да, слушай, разница вообще колоссальная получается. Обыщем патроны, фонарики. Банки, склянки, все забираем. Так. Мы с тобой такое включить, выключить. Логин. Логин, пароль введите от своего ВК, говорят. Не будем мы такое делать. Чтобы меня хакнули, взломали. Нет, спасибо. Так, открываем ворота. Здорово, ребята. Как делище? Что, у нас с тобой какая-то ацтековская... выставка камней. О, Раиса! Здорово. Теперь я плачу, говорит, той же монетой. Пытается заплатить мне. Так, я тебе торгую с придурком, заберу ли бюджет, либо твою единственную руку, решай сам. Ты не то положение, что требует, хрень. Значит, ну, так, впервые тебе придется понапрячься, нужно жить право, говорит, какое-то требовать. Бей, говорит его. А, вы со мной хотите драться? Ну, давайте. Вы с кулаками, я с автоматом, все честно.
Почему они на карте меня не отображаются, не пойму ничего. Знаете, поляшкам по твоим. Это очень странно, какой-то непонятный баг спустя 10 лет после выхода игры у нас с тобой почему-то. Ага, гренка полетела. Своего и без того мертвого пацана вы, короче, разбубенили по частям, но сам виноват, честно сказать. Все, отъехал. Молодец. Так, один у нас тут все-таки появился на карте, я вижу его. Здорово, так. Ну-ка, оп! Все, ребята. Не надо ломать выставку. Все расфигачили, короче, на выставке. Нас с тобой раскидали, разброса. Ребята! Ребята, ты куда там? Все, хорош. Fire in the hole, говорит, как в Counter-Strike. Выражение. Короче, говорит, огонь, короче, в каком-то холле, говорит. Да куда ты? Все, отъехал. Попал я вроде. На тебя. Тихо, 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 ребята, сейчас мы с вами отъедем. Где он там стреляет? Я не вижу его. Все, что ли, отъехал? Ага, мне гранат прилетел. Спрячемся. Хорош. Так. Мне под пукан под мой, без того горящий, и так подкинули гранату. На тебе. Все, винтовочные патроны. Все. Я это без тебя говорю, так одиноко. Пытается заиграть у нас на нервах. Разумеется, это все бесполезно, потому что мы с тобой не пальцем деланные ребята. Так, нам с тобой надо немножечко по всяким... Ага, попрыгать. Выставкам. Каменным, по всяким камням. Всяким у нас с тобой контейнерам, каким-то горшкам. Которые, как правило, обычно какают. Но у нас с тобой это же, так сказать, ацтековская... Ну-ка, сейчас на тебе. Ацтековская... Особенный ацтековский горшок, в который какать положено было только лишь верховным каким-то жрецам. Ладно. Так, что у нас с тобой дальше? Так, 28 баксов. Ну, сигары забрал какие-то. Так, открываем ворота. Ну-ка, что у нас с тобой дальше? Давай. Давай ты. Что ты кашель мало ел, что ли? Ой, тихо, опять приступ. Давай, все будет нормально, не стать. Сейчас мы, как говорится, все это вместе с тобой порешаем. Найди Украину, она же не будет ждать тебя, говорит, вечно. Сейчас найду. Сейчас я тебя так найду. У нас с тобой какая-то еще выставка каких-то непонятных горшков тоже. У нас с тобой для воды, для того, чтобы какать, там, цветы выращивать, нормально. Такое все огромное. Ладно. Так, что у нас дальше? Подожди. А, наверх, что ли, надо было, да? Правильно я забираю? Нет, неправильно забираюсь. Мне сюда показывают. А здесь все горшками заставлены. Как у нас с тобой пройти-то? А, вот стеклянные двери, точно. Карта музея у нас с тобой какая-то. И что-то какие-то полусобранные осколки. Куда-то пацан полетел. По воздуху, по текстурам. Давайте, ребята, все. Ничего они нам не сделают. Сейчас мы их уработаем всех. Все, почикали, спать, ребята. Куда ты опять забрал эту винтовку? Поменяйтесь. А, это у нас с тобой топор. Какой-то вообще непонятный мясницкий топор. Какой-то томагавка из Assassin's Creed. Ладно, так, вороны какие-то. Вороны-карпуша. Непонятно, кто там орёт. У кого-то приступ, наверное, случился. Разумеется, ребята, понимаю вас. Понимаю, но вы сами виноваты. Сами знали, куда шли работать. Так, ну-ка. Все. У нас с тобой как раз стреляет одиночными, нам, в принципе, не нужно больше. Все, всех уработали. Нормально, молодцы. Так, забираем все. Полный боекомплект, полный боезапас. Все. Под максималку зарядились. Движемся дальше, ребятушки. Что у нас с вами здесь вверху дальше? Так, отбираем всех. Вам все равно ничего уже не надо. Так, что у нас с тобой... Да... О! Батюшки мои, что такое? Какие-то картины? Что такое? Еретиковская галерея! На Третьяковскую явно не похоже. Там просто более культурный контингент. Не такой агрессивный, не такой кусачий. Так, ладно, что у нас с тобой есть? Так, сюрикены... Китайские фонарики ультрафиолетовые с Алиэкспресса. Что-то у нас... Подожди, а где гранаты наши были? Нам все, походу, сейчас придется их всех вручную, так сказать, урабатывать-то. Ладно. Нет, это вообще бесполезная затея. Это, на это уйдет лет так 10. Можем отремонтировать нашу с тобой мачету. Что-то как-то вообще люто. Ладно. Ребятушки. Ладно, хорошо. Тогда мы с вами так сделаем. Тратить боеприпасы. Может быть, иначе мы можем с тобой сделать осколочными. Сейчас, короче, зарядим осколочными. Давай
Разрывными. Хорошая разрывная. Во! А чё они вообще? Им ни о чем, что-то живучие. Смотри, какие. По 10 опыта. Вы что, серьезно, ребята? Короче, нам с тобой дают опыта просто немерено, но при этом они не отъезжают. Почему-то по непонятным причинам, конечно же. Ну-ка, на тебя. На, баба. Еще одна баба, еще одну бабу. Короче, ребят, здесь очень лютая какая-то будет бойня, потому что, не смотрим, их даже гасим, они просто исчезают в текстурах, растворяются. Просто потому что у разработчиков не хватило денег на то, чтобы количество спрайтов увеличить в игре. Но, разумеется, сейчас мы с тобой тогда всех делаем, наверное, и продолжим, потому что здесь их очень много. И, по всей видимости, другими какими-то средствами, хотя мы с тобой сейчас просто растратим все патроны, чего бы я очень не хотел. Так, ребята, давайте по одному выходим, не стесняемся, оплачиваем, пожалуйста, за посещение галереи. Да, у нас с тобой опыта люто даются, смотри ты сколько. На тебе, на, все, хорош. На тебе, на тебе. На тебе, на. Все, ребята, тихо, валим, 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 валим. Опа, тихо, хорош. Так, по чуть-чуть. Да, ребят, это будет лютая битва, но я чувствую, что мы с тобой опыта немало наберем. Вообще здесь. Рубить, не разрубить, так сказать. У нас с тобой есть целые проходы. У нас с тобой. Почему у нас такое столпотворение? Почему без масочек ходим? Без защитных, без медицинских. Вы должны ходить, ребята, в масках. Вы должны ходить в масках и, так сказать, не мешайте другим людям смотреть нашу галерею, пожалуйста, адекватным, потому что именно из-за вас нормальные люди не могут сюда прийти, посмотреть красивые картины выставочные. Все, тихо, спрыгиваем, запрыгиваем, так. Так, перевязка руки, как всегда, перевязка ноги. Ну-ка. Ну-ка, сейчас у вас хорош. В толпу баба полетела. О, ребята, какой-то у вас тут кавардак прям. Ну-ка, баба, наведи порядок на своем лице. Короче, давайте, ребята, я их вынесу, а продолжим, потому что это будет очень долго, будет очень люто, еще сколько вещей здесь собирать потом с тобой. Короче, ребят, на самом деле здесь какое-то нескончаемое количество мертвяков, фанатов, любителей у нас с тобою производство Малевича. По всей видимости, пришли посмотреть на квадрат Малевича, а здесь на самом деле его нету. Если мы внимательно посмотрим на картины, которые здесь изображены. Обыскивать, конечно, всех это, ребята, люто, это долго. Так, у нас с тобой какой-то всадник. На коне у нас с тобой нарисован, по всей видимости, Илья Муромец борется с этими мертвяками. Ну, не вполне естественная, с этому соответствующая выставка. Разумеется, мы с тобой мало-помалу всех вроде как и проскидали. Баба, застрявшая стрелой в голове. Так, все это мы с собой забираем, все это с собой отбираем. Марля, ага, все хорошо. Ребята, вы че, вы куда? Давайте, ну-ка, свои руки. Ручище-то загребущий, как говорится. А мертвяки у нас с тобой вонючие. Давай, все. Ну-ка, обратно в своем костюме антиковидном, пожалуйста. У нас здесь все-таки приличное заведение. Ну-ка, ты куда свои лапки распускаешь? На тебе, друга своего сбил-то. Посмотри, почему ты такой неосторожный. Ходи аккуратнее. Все, забираем это. Мы с тобой тоже все, всех отбираем. Все, забираем, всех все отбираем, забираем. Всех все обобрали, всех все мы забрали. В общем, ребят, долгий процесс. Илья Муромец спасает мир от апокалипсиса против мертвецов. Давайте. Все. Да давай ты, хорош ты уже, баба. А мы, по всей видимости, играем за Георгия Победоносца. Хотя нет, это вряд ли. Ну ладно, все, подруга, ты можешь здесь отдыхать. Как раз завалиться в толпе своих таких же друзей из общества фанатов. Так, ладно, все. Ладно, все забрали, все побрали. Давайте до конца доделаем туда уж и все. У нас, короче, ребятушки, образовались враги народа, которые там издалека решили по нам стрелять. Ну, разумеется, на раз-два мы их с вами вынесли. Видишь, они нам даже не мешают ребятам просматривать галерею, которые вот так, видишь, как гуляют. Правда, где этот экскурсовод, так и непонятно, на самом деле, куда он забрел. Потому что мы его здесь не можем обнаружить. Как бы мы не пытались его здесь высмотреть, его здесь нигде нет. Разумеется, нас с тобой пытаются откусить руку, а мы с тобой перевяжем ногу. И, разумеется, все у нас в жизни сразу же после этого наладится. Можно из пистолета чикнуть его. Ну да, здесь все-таки придется без экономии боеприпасов, к сожалению. Ну-ка, чик-чик. А ну-ка, говорит, чики-брики и в дамке. Все.
Ну-ка, я тебе сказал. Все. Ну-ка, нате, поляшкам по твоим, баба, отдыхай. Хотя могла и на лавочку присесть, ложиться было не обязательно. Ну-ка, все. Ну-ка, на тебе, хорош. Ты куда решил к коню-то прислониться? Он тебе сейчас как легнет с ноги и будет тебе. Все, баба, не воняем, хватит. Почему не промытые ходим по такому приличному заведению? На тебя. Ты куда лапы-то свои тянешь? Успокойся, подруга. Ну-ка, все. Все, хорош, ребята, так. Стрелы все собрали, все пособирали, все позабирали. Так, нормально. Опа, в лобешничек как-то отхватила подруга. Сезон охоты на мертвяков объявляется открытым. Прямо в Еретиковской галерее. Так, все. Давайте, ребята. У нас с тобой какая-то непонятная маслянистая картина. Еще какая-то. У нас с тобой, походу, таджик хромал, короче, как-то называется у нас с тобой. Ладно. Ребята, вы меня на самом деле отвлекаете, потому что людям нужно смотреть, как дальше проходить игру, а вы тут... Да, давай, баба, все, баба траванулась. Молодец, потому что не надо стрелы есть. А народ открыла, стрелой лот... Стрелу ртом поймала и в итоге вот и отъехала. Так, нос прострелили. Пирсинг ему сделали. Может, теперь кольцо туда вставить, если так захочешь и пожелаешь. Так, что у нас с тобой здесь? Собираем. Забираем, ну-ка. Все, что рот разинул? Давай. Книга, where is your книга? Хорош. Ну-ка, еще одного, второго, пятого, десятого. 35, 49, 97. Дальше я считать не умею. Давай. Ну-ка, сразу мне чем-то вспомнился Леголас из Властелина колец. Ну, так, все. Не надо тут лезть ко мне целоваться, обниматься. Я с такими, как ты, не сообщаюсь, не любуюсь, не целуюсь. Все. Отстань. Кто там сзади на меня посягает? Никого нету, казалось. Ладно. Ребята, почти закончили. Короче, если здесь, ребятушки, обратите внимание, еще хотел кое-что сказать. То на самом-то деле здесь не только у бабич бывает интоксикация, что они начинают блевать от выстрела стрелой в голову, так еще и у мужиков тоже иногда начинается интоксикация. Вот видите, только что мы ей вылечили ячмень на глазу при помощи стрелы по методике Малахова. Почему бы и нет? Это весьма необычная, кстати говоря, методика. Я вам скажу, видите, вот какая бабища довольная лежит. Да потому что мы ей исправили искривление зубов. Вот, смотри, какой довольный. Раз, оп, видал, смотри, и мужика интоксикация. Вот, все. Бабе вылечили гастрит при помощи выстрела в голову. Нормально. Вот мы с тобой два левела уже апнули. Ну-ка, подруга, отдай, пожалуйста, стрелу. Нет, целоваться я с тобой не буду, прости. Так, все, давай, бабища, отдыхаем. Так, Валдырь сейчас ей в руке вылечим. Но случайно попали в голову, и в итоге она умерла. Ну, с кем не бывает. Мы пытались, по крайней мере. Мы пытались ей помочь, но ничего не получилось. Разумеется, сейчас мы и бабу другую там... Какая-то, что-то она там пинается, ковыляется, ходит, все, что-то непонятно, что-то там ищет, никак не надрищет. Давайте. Все, все позабирали. Вот, ребятушки, мы с вами-то, в принципе-то, зачистку и закончили территории нашей Еретиковской галереи. Это было, на самом деле, очень весьма интересно, весело и здорово. Для всех тех, кто все полностью это просмотрел, весь этот процесс, это, разумеется, было, несомненно, классно. Так, ну-ка, в лобешничек еще одному, все. Вылечили искривление носа. Ну-ка, давай-ка, головную боль. Все излечит, исцелит, добрый доктор Айболит. Ну-ка, следующий пошел. Хорош. Второй, третий, все. Всем, короче, вылечили гастриты при помощи подорожника. Нормально. Вот это я понимаю тема. Вот это я понимаю, ребятушки, битва. Лютая, классная, крутая. Так, все, стрелы мы забрали. Так, у нас с тобой какая-то мука. Перемотанная, какой-то моток. Так. Какая-то застрявшая стрела в текстурах. Ее тоже заберем, коль дают. Пускай будет нашей. Так, ну вот и все, собственно. Мы с вами, ребятушки, закончили зачистку. Давайте, ну-ка, по этому горшку. С вами пролезаем вверх, наверх и идем дальше. Вот у нас с тобой еще какая-то выставка. Какой-то непонятный закат Харрана, наверное. Непонятный. Так, у нас с тобой какой-то... О, какая красота. Слушайте, ребята, ну вы тут, конечно, свои порядки-то и понаводили. Ну-ка тебе... Сейчас мы будем стрелять им по баллонам, ребята. Будем отправлять вас в космос. Полетели. Космонавт. О, давай. Хорош. У нас с тобой новый Юрий Гагарин нарисовался в игре Dying Light. Еще одного туда же. Хорош, как тебя закрутило-то. Нормально. Справились. Так.
Убейте мутантов, у нас с тобой задание. Ага, все понятно. Непонятно, правда, для какой цели надо это сделать, но... Ребята, вам пора покидывать... Да покидывать, и покидать тоже музей, потому что музей закрывается на... санобработку. После того, как вы все грязные, сюда непромытые пришли, нам необходимо теперь производить дезинфекцию. Ну-ка, и последний. Все. Ага, еще бабища, это его подруга. Ее тоже мы избавили и исцелили. Так, все, хорош. Спасите, Джей, давайте. Давай, братан, хорош, почему у тебя появляются какие-то непонятные вены? Похоже, что наш главный герой пытался и всегда мечтал стать... Кем он мечтал стать? Кто у нас вены лечит? Пускай будет травматологом. С учетом того, сколько мы здесь всем лечей раздавали, он будет у нас с тобой мечтать стать травматологом. Бабища! Ладно. Что с тобой сделали? Бабищу накрывает. Бабища у нас с тобой что-то еле шевелится. Со мной все, короче, все хорошо. Тахир ударил по голове. Ага, короче, бабища стукнули сковородкой за недожаренные и переваренные пельмени. Все, говорит, будет хорошо. Ты какая-то вообще, слушай, серая вся, блин, на кого-то неделю не ела. Твое время, которое сейчас осталось в моих руках, спасибо, Жень, что починил мои антенны. Я слышал все ваши переговоры. Говорит, у нас с тобой однорукий. Однорукая Раиса. Как ты думаешь, тебя вычислил госпожи Альдемиры после доктора Камдена, как я по-твоему разорвал связь, что-то говорит. Это я правлю бал, говорит. Сколько данных заря теперь у меня, и воняющий говном министр сделает так, как я велел. Видишь, как он даже воняющий говном министром здесь заведует. Значит, вы мне не нужны, говорит Тахир. Ну-ка, Тахир. Тагил. Так, ребятушки, а у меня заканчивается память, кстати говоря, я вам скажу. На жестком диске. Что-то у нас какие-то вообще агрессивные ребята поперли. Ну-ка, ребята, давайте, подруги. Тут у нас с тобой какой-то цирк Дюсалей, короче, вышел сюда. На пляски, на танцы, все. Мы с такими ребятушки не будем даже разговаривать. Что-то говорит, что там у него происходит, какая-то тренировка, еще что-то, тренировка и все прочее. На, не трожь бабу. Баба, давай. Дерись, хорош. Не с низким тесаком, которым ты так и не сумела нарезать хлеб, но в итоге так успешно и удачно полосает мертвяков. Нормально. Хорош. Левой, правой, правой и левой. Всех уработали. Ну-ка, все, подруга, отдыхаем. Так, все, цирк Дюсалей у нас с тобой, короче, прекратился. Так, нам с тобой надо говорить, отсюда мужик говорит, надо валить. Ладно, мы с тобой все понабирали, целую кучу всего пособирали. Мы с тобой уже просто бизнесмены, наверное, какие-то харанские. Так, ну-ка, открываем дверь. Ты что, подруга? О, тихо, бабища, ты что, вставай. Сейчас мы тебя накормим, напоим, все у тебя будет хорошо. В порядке, просто говори, дай секундочку. Давай, подруга, а что ты у нее за ногу, короче, как кто-то кусанул, походу. Видишь, у нее красная нога, опухшая. Это ее друзья ее накусали. За ногу цепанули, говорят. Тебе не зачем это было знать. Но приходит делать выбор, Крейн. Ну-ка. Твой бесценный скорпион скоро переродится, но это тоже. На самом деле, можно было, я думаю, что в запаске иметь у себя еще какую-нибудь дозу антизина. Давай, бабищу вколем. Бабища, давай, все, успокойся. Не отворачивайся. За любви к тебе. Давай, подруга. Бабища, у меня действует еще предыдущий здесь. Давай. Давай, вакцину бабе в коле. Когда сейчас случится, что-то говорит, когда сейчас случится, говорит, что-то говорит, вали отсюда нахрен. Я не могу, говорит Джейд. Джедайка. Так, у нас с тобой что-то нас накрывает. Так, у нас с тобой приступ, походу, опять случается. Подруга, стой. Стой, ты куда собралась? Стой. Тебе же пожрать надо, ты же не ела ничего. Сейчас ты в обморок упадешь, голодный. Подруга. Конечно, я тебя слышу, подруга. Слышу. Как сказал вообще заяц, ну погоди. Джедайка! Вылезай, выходи. Не боись, все будет у тебя нормально. Слушаю я тебя, подруга. Ну давай, говори. Слушаем. Что-то у нас с тобой на часах, короче, 00. Сбились часы, походу, здесь какие-то еще, помимо этого, еще магнитные какие-то аномалии начались. Разумеется, никто нам не говорит, куда надо идти. Вот у нас с тобой эксит показывается, выход. Ага, вот мы с тобой на выход, собственно, и приперлись. Ну и чего это такая за бесконечная какая-то комната с дверями? С дверями. С дверями или с дверями, тут уж не поймешь, как правильно сказать. Разумеется, мы с тобой не знаем, куда нам с тобой двигаться. Ну, а как же? О, подруга, я знаю, тебе хотелось меня спасти, далеко не каждый, в том месте предложил препарат другому.
Ну, конечно, бабище, я же добрый. Юранка у нас всех излечит и исцелит. У нас с собой какая-то начальная школа Гарри Поттера, по всей видимости, потому что в Хогвартсе такие же рисунки примерно были. Давай, подруга. Так, у нас с тобой какие-то школьные парты. Школа у нас с тобой на карантине. Вот съели физрука за то, что он сказал прыгать через козла, а в итоге все подумали, что кого-то обозвали. Так, плюшевый мишка. Ой, какой хороший. Я бы с собой забрал бы этого внешнего медвежонка. Но нам с вами, ребятушки, не до этого, поэтому движемся дальше. Ну-ка, аккуратненько. Так, это у нас с тобой кто такой? Это учитель у нас с тобой по ОБЖ. Или еще предмет называется «Общество беременных женщин». Какие-то дошики, какие-то непонятно, что такие пиццы. Ребят, ну теперь понятно, потому что они голодные были. Им надоело такой едой питаться, говорит. Говорит, какое-то, говорит, настало время. Говорит, Валера, настало твое время. Так, у нас с тобой что-то все улетает куда-то вверх. Подлетает. Давай, ну-ка. Подруга, давай. Эть, хорош, запрыгнули, нормально. Так, это какие-то у нас с тобой нарисованные ребята. Школ галерика. Это школьная галерея. Мы видим DJ Smash у нас с тобой. Это у нас с тобой Билл Гейтс нарисованный. Кто у нас с тобой? Какой-то фотограф непонятный. О, Боб Марли. Здорово. По имени Хэнс. Нормально у нас какие-то тут. Какая-то тетя Люся. Соседка с пирсингом. Какой-то кабан непонятно сбежавший из сталкера. Это у нас с тобой какой-то лукошка держит. Что-то какая-то зеленая лукошка подбрасывает. Наверное, подорожник, по всей видимости, собирается как раз-таки есть его ложкой. Но это тоже неплохо. Почему бы и нет? Правильно, чтобы не пачкать руки, надо есть при помощи ложки. Класс. Мы с тобой улетели в космос. Какое-то у нас с тобой на самом деле очень весьма странное и наркоманское местоположение, чем-то напоминающее мне игру под названием Devil May Cry или Плач майского сатаны. Ну ладно, ребятушки, так, аккуратненько по досочкам, по каким-то куском какого-то недоделанного паркета мы с тобой перепрыгиваем. Так, у нас с тобой какого-то, короче, походу, биолога покусали. Ой, ребята, вы чё? Ребята, чуть не пересрался от вас. Какие-то пакеты непонятные, черные, с мусором валяются. Подруга, ты куда растворяешься-то в текстурах? Хватит уже баловаться. Не ломай мою видеокарту. Так, ну-ка, у нас только это бензопила, к чему отрицать очевидно. О, ребята, походу, школа свидетелей Иеговых, все понятно, короче. Я всегда говорил, что школа это зло. А, но это химия. Неудивительно, ребята сидят после химии, разумеется, все уже уставшие, потому что идет 7-й урок. Все, ребята, у нас школа закрыта на карантин. Давайте, можете уходить. Все в порядке. Да куда ж ты полетел-то? Хватит. Летун, Бэтмен ты наш, комнатный. Так. Во, писсуары, сральники, умывальники. Так, мы приходим сюда в мир, потом, говорит, умираем. Это, говорит, не исключительно. Это, короче, мужик какой-то. Так, ребят, у меня заканчивается память, сейчас, знаешь, что сделаю? Сейчас придется свернуть игру, остановить запись для того, чтобы освободить немножко памяти. И мы с тобой продолжим. Подожди, не переключайся. Так, ребятушки, в общем, чутка подосвободил я, значит, место. Сейчас у нас с тобой есть 6 гигов, поэтому нам с тобой нужно, так сказать, поскорее постараться. Все. О, подруга, ты там? Неужели? Растворилась, прикинь. Куда мы идем-то вообще? Баба? Хорош, что меня гоняет. Сколько тебе... Здорово. Ну, правильно. Того телевизора с Алиэкспресса. Правильно, потому что нужно было покупать нормальную технику для того, чтобы смотреть фильмы. Ну и просто телевизор. Куда-то лесенка... Куда лесенка-то поехала? Алло? Что-то прожить свою жизнь, чтобы она имела значение. Короче, что-то баба несет, у нас с тобой все втирает. О! Биотуалеты. Как в центре Москвы за 150 рублей в минуту плата. Знаем такие, слышали, видели. О, Зегра, давай вытащи из него нож. Это на актера он на какого-то похож. Я забыл, как его зовут, слушайте. Напишите кто-нибудь, ребят, в комментах, как этого актера зовут. Он очень похож на одного актера, такого тоже такого. Такого афро-негра. Классный, в принципе, актер. В этом играл, по-моему, какое-то холодное оружие, что ли, где-то играл. Как он там назывался, этот фильм назывался. Короче, у нас с тобой что-то какие-то походушки, мы с тобой где-то бродим по миру, по какому-то непонятному, перевернутому. Ты чё? Все, растворился. Агрессивный, батюшки мои, у меня лицо поплыло. А у нас с тобой разъезжается наша с тобой лесенка чудесенка. Лицо поплыло. Так, у нас с тобой, ага. У вас здесь не использованы очки навыка, кстати говоря, это факт, ребята. Которые могли прокачать. Два, причем, между прочим, да?
Так, набирать очки силы быстрее, чем 10 секунд после убийства врага. Вот мы с того, чем можем вкачать тогда. И позарядить несколько врагов с сокрушительной круговой атакой. И требуется двуручное оружие. Это мы с тобой, кстати говоря, тоже потом надо будет купить. Нас то где-нибудь надо будет найти его, взять. Так, по каким-то столбам. Прыгаем. Так, у нас с тобой сорванное объявление. О том, что сдается квартира, как правило, обычно такие объявления вешают. Там пропала кошка, еще что-нибудь там. Там собака, сосед куда-нибудь пропал, затерялся. А он на самом деле под дверями валяется, никто его просто не видел. Не поднимался этот этаж. Ничего удивительного, все... Все, да хорош ты уже. Подруга. Так, по палетам побежали из супермаркета. Стала скорпионом, говорит, в этом мире. Короче, какая-то баба-скорпион, говорит. Так, у нас с тобой, короче, что-то... Горит все огнем, у нас с тобой текстуры подлетают к нам прямо перед лицом. Ну, подруга. Так. Что нам такое, какая-то дверь? А, это он, походу, помер, потому что так, открываем дверь. О! Бабища. Ты чё там, щи готовь? Ты чё, агрессивная баба? Ну-ка, я сейчас как тащу. Ты чё, слышишь, иди щи варите, сказали. Иди вари щи. Всё, баб, да ну я тебе сказал, слышишь, иди вари. Пельмени. Всё, о, подруга, прости. Что-то попутал я немножко. Прости, подруга. Помни, говорит, что ты обещал, Кайл. Кайл. Прости, подруга, чуть тебя не придушил. Но она просто... Не досолила, короче, щи. Как ты, говорит, идите, говорит, сюда, короче, говорит, убейте их. Так у меня же есть автомат. Я не буду с ними разглагольствоваться, я их с автомата и накрою. Ну-ка, сейчас мы у вас агрессивные. Подруга, давай, вставай, все у тебя будет нормально. Сейчас дойдем, выживешь. Сейчас тебе антизина, всякого антидота, еще чем-нибудь в поле. На! Хорош! Ему прям промеж ног паховую область. Все, вылечили ему. Все, ну-ка, ать. Ты что делаешь-то, подруга? Да все, успокойся, нормально. Ты что, бабища? Подруга. Короче, баба проголодалась. Давно ее не кормили, поэтому она на нее набросилась. Закон природы, Крейн, убей или убьют тебя. Сожри или сожрут тебя. Хорош, ты умничай, ты однорукий пират. Подруга, не-не-не, все нормально, мне не надо есть его, доедай. Не надо, подруга, ты чё, иди варищи, тебе сказали, иди чем-то кого-нибудь другого, доедай, меня не трогай. Прости, подруга. Прости, попрости, баба, у тебя вены на лбу вылезли. Тебе нужно к врачу обратиться. А, и глаза у тебя покраснели. У нее еще и ячмень, короче, и глаза красные стали, это у нас с тобой называется... Как он называется? К окулисту надо ей обратиться было бы. Но она уже умерла, поэтому не успеет, к сожалению, этого сделать. Окулист у нас с тобой... Я забыл, как называется покраснение глаз. А, внутричерепное давление может быть высокое. Ну, это на погоду, это нормально. У нее изо рта все потекло. Бывает. Бывает, что поделать, да, ребят? В этой игре так скучно, грустно. А, мне, короче, ночной выживший. Разумеется, мне никто не дает оружие. Сейчас ты жирный отъедешь, я сказал, да выпендриваешься. Да хорош ты, достал уже. На тебе, все. Отъехал, успокоился. Ты че, слушай? Все, мы его гасанули, у нас с тобой все пропали. Вот выглядит. Вот, погодите, который че умерла Джейд, валяется на полу. У нас с тобой сумочка с документами. Оп, тихо, ты куда это? Куда это? Тихо, все, отдыхаем. Сумочка, короче, с водительскими правами. Такую обычно носят люди. Так, у нас с тобой там какое-то письмецо. Из шумоизоляционного материала, короче, у нас с тобой обмоток. Какой-то свиток с письмом гонца. Смотрю, тебе поплохело, таких ран тебе, ты, говорит, оправишься. Ну, значит, говорят, отбей меня. Выбросить тебя, что ты страдал. Все. Так что... Домирай, так сказать, до конца давай. Оп, раз. Вот и все. Уделали. Он сам виноват, ребята. Мы говорили, будь добрее. Все. Трой, это Крейн. 13:00 у нас с тобой на часах, видишь, говорит. Самое время смотреть новости на НТВ. Джейд мертва, говорит. Да, конечно, сори. Так у нас там куда-то все поисчезали. Ребят подбегали. С выставки.
Снова умерла, говорит, спасай меня. Спасай, да? Тебе еще надо отметить... отметить приказ министерства. Это говном воняющий министр, потому что... Там что-то о себе возомнил, нужно отменить его приказ. Он у них там, нам надо, говорит, встретиться, говорит подруга. Но это, ребятушки, будет уже в следующей серии, поэтому с вами надо отсюда, короче, текать. Так. Говорит, будет, говорит, ждать тебя в безопасной зоне. А что у нас только две мачете? Где автомат? Говорит, хорошо, говорит, Трой. I'm away. Почему? У меня, в смысле, вещи у вас забрали? А кто посмел? На каком это основании? Почему мне никто не сказал, что у меня вещи забрали? Ты чего слышишь, что стомагавку, ассасин Крид? Сейчас эти дамы, ракетник. Рокер. Давайте, битва панкеров и рокеров. Все. Меч, головешку с плеч. Так. Все, ребята, мы с вами, в общем, все сделали. У нас с тобой опять подбирали вещи. Давай я сейчас быстренько переложу. Да, надо все это забирать. Кстати, у нас с тобой, оказывается, есть какая-то мачете панды называется. Не знаю, что пангом. Панга, пангемон есть какой-то еще такой. Челик. Панга, панда, и что вообще происходит, не пойму в этом мире. На самом деле весьма интересно, для чего здесь разработчики придумали освежитель воздуха, это, конечно, остается тоже для всех загадкой. Ну ладно, ребят, но с вами не до этого. Поэтому сами все понабирали, все пособирали. Все пособирали, понабирались. Так, все, что нужно было, мы все забрали. Ну вот и пускай. В общем, ребятушки, на этом пока что все. Вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Вам спасибо за внимание. До новых встреч. Курите, не переключайте. Но кто вам интересно, продолжим с вами уже только в следующей серии. Старый город, да, музей мы с вами походили, посмотрели очень интересные выставки ацтеков. Еретиковскую галерею. Было очень классно, круто, ребятушки. И также будет не менее классно, круто, не менее интересно в других еще видеороликах. А двинемся мы с вами уже в следующей серии. Ох, ребятушки у нас с собой загорают. На костре, правда. Крейн, приятно то, что ты еще жив. Нашел, говорит Джей. Конечно, нашел. Камден. Нашел. Так, надо будет ему, короче... О, ребята, прям смотри, как на противотанковых ежах у нас с тобой прыгают, отплясывают. Ну-ка, хорош. Изи опыт. Ну-ка, на тебе. Хорош. Сейчас мы тебе... Ну-ка, хорош. Все. Все, ребят, короче, отъехали. Отдыхайте, загорайте. Хотя они уже здесь и так слишком какие-то черные. Все слишком сильно загоревшие. Баба немытая. Все, ладно. Ребяточки, огромное спасибо еще раз за внимание. На тебе, хорош, полетел. Смотри, сейчас он кусты это самое траву зажжет. Потом сейчас запах на всю эту пойдет у нас с тобой. На весь город. Ну-ка, давай, братан. О, по лесенкам, подожди. На, хорош. Во, прокатились люто, молодец. Сноуборда нет, будем такими другими аналогами. Все, ребятушки, память заканчивается, 500 мегабайт осталось. До новых встреч, пока-пока. Спасибо за внимание. Всем удачи.